В Славянске на Кубани прошел районный конкурс школьных агитбригад «Мы выбираем жизнь». Его цель – формирование у молодежи активной жизненной позиции, ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки в поведении. Что ребята хотели донести своими выступлениями, расскажут Надежда и Георгий Калинины. Это выступление участников конкурса «Агитбригад. Мы выбираем жизнь». Ребята рассказывали и показывали своим сверстникам, почему так важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом. Ученики 4-го лицея, как, впрочем, и другие школьники, всегда охотно участвуют в конкурсе «Агитбригад». Ну, для меня это значит, во-первых, то, что ради класса все это делаем, чтобы у нас класс дружный, очень хороший. И мы надеемся на то, что мы выйдем в финал. Стимул к дальнейшим победам это, во-первых, это коллектив поддержать наш, ну, чтобы класс был дружнее. И конфеты. Все выступления были яркими, талантливыми и совершенно не похожими одно на другое, несмотря на общую тему. Все ребята едины в одном. Современная молодежь за здоровый образ жизни и спорт. До глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Конкурс «Агитбригад» проходил по трем зонам – в Славянске на Кубани, в Анастасиевской и Петровской станицах. В городской зоне приняли участие 12 команд. Победителями стали учащиеся лицея номер один. На втором месте – ребята из 6-й школы. Третье место разделили ученики 3-й и 16-й школ. Они вместе с победителями других двух зон будут бороться за честь своей школы уже на районном конкурсе «Агитбригад. Мы выбираем жизнь». Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».